Ну что, всем привет, всем хорошей недели. Мы тоже начинаем свою неделю с того, что идем учиться. Вот, сегодня нам надо успеть еще купить книги перед занятием, потому что нам еще сказали на прошлой неделе все это сделать, а мы как-то что-то не ложились по времени. Ну, поэтому сейчас сегодня постараемся до занятия успеть купить нужные нам книги, чтобы уже на занятиях они у нас были. У нас очень-очень жарко уже прям с утра. Это писали, что около 18 градусов, ну что это очень жарко, солнышко светит. В общем, вот так вот начинается неделя. Студенты отучились, студенты на самом деле устали. Я не знаю, когда мы войдем в режим, но сегодня опять началась новая неделя, поэтому понедельник день такой, в основном тяжелый, раскачивающийся, такой готовящий нас к неделе, так сказать. Но у нас среди недели будет выходной, поэтому думаю, немножко передохнуть мы успеем. Вот, купили сегодня книги, зашли в одну либрерию, не была. Сказали, разобрали, зашли ту, которая возле прям школы. Там оказалось они, причем мы показали одну, нам сразу дали вторую, потому что здесь идет как бы книга, и к ней сразу идет грамматика. Вот, сейчас покажу, вдруг кому будет интересно, может кто-то для себя захочет приобрести, не знаю. Ну, как бы нам показались книжки очень даже интересными. Это А1 и А2. Сейчас, получается, ну, как нам объяснял сегодня профессор, он нам рассказывал тему, объяснял сразу два варианта там окончания. Говорит, это поняли, а это поняли, ну, типа, немного поняли. Он говорит, ну, это, типа, вообще, типа, второй уровень, типа, не переживайте, после Нового года будем учить. Ну, как бы нам дает, и, получается, эти книги сразу идут и туда, и туда. Сейчас, в общем, покажу, вдруг кому-то будет интересно. Вот в этой вот либерии мы купили, ну, прям возле школы. Находится вот такую папочку нам, в общем-то, дали. Вот так вот выглядят книги, не знаю, если кому-то интересно, вот можете заскринить, как бы, название. Получается, уровень А1 и А2, учебник для студентов. Вот, по этой, в общем, мы занимаемся. А что тут есть внутри? Не знаю, давайте я вам как-нибудь так. Так, это еще книга. Достаточно как бы она такая не маленькая. Вот. Не знаю, тут как бы все в картиночках. Задание, объяснение. Как бы вот так вот. Все это выглядит. Вот. Сегодня мы были на этой странице, сегодня мы вспоминали цифры, даже чуть-чуть карандашом написала, но мы решили не писать, может потом, не знаю, продадим. Вот как бы получается тут самое начало, самые азы начинаются. Вот тут имя, фамилия, вот Ола, Кометы Ямас, в общем, все самое-самое легкое. Она также дублирует все это на проектор, поэтому у кого не было книжек, была как бы, ну, не проблема, можно было там смотреть, вот. В общем, все буквы, задания, какие-то национальности, вот это сегодня мы делали. Вот, и цифры, получается. И самое, что интересно, ну, вот, помимо, получается, несколько тем все это. Сейчас я вам покажу очень интересную вещь. Ну, давай же. Вот. Здесь идут также диски, получается, вот один диск и второй диск. Когда сегодня профессор достал, именно включал нам прослушивать, мы подумали, что у нас тоже есть диски. Оказалось, что да, они есть, но нам некуда их вставлять. На самом деле у нас ноутбуки не поддерживают, телевизора нету такого. Вот, а вот это вот уже вторая книга, тоже вот если кому-то интересно. Но обычно, когда мы показали одну, нам сразу же дали вторую. Вот, в общем, вот такая вот, это типа уже грамматики, именно такая рабочая тетрадь, потому что вот видите, сегодня вот открываешь, и вот это наше домашнее задание, допустим, на завтра. Это было на понедельник, это мы делали уже в классе, потому что книжку только вот приобрели, и вот получается все, что идет в учебнике, здесь сразу же идут задания. Вот, в общем, вот так вот все это выглядит. Не очень сложно пока, все это очень... Просто, ну, по крайней мере, то, что мы проходили, это мы уже знаем, как бы нам не сложно. Ну, у нас все более-менее какой-то подготовкой в группе, поэтому вот тут, в общем, куча заданий. И здесь также имеется диск. Вот, для того, чтобы... Это что, тут что ли? Где тут край? Ну, видимо, да. Да, я не думала, что здесь есть ответы. Ну, лучше без них, потому что все не сложно, так сказать. Вот, так что вот так вот выглядят, в общем-то, книги, грамматика и все, что тут вот есть.
кому? Кому-то интересно? Ну, в общем, в таких обычных книжных, я думаю, найти не проблема. Ну, хотя вот в одной не была, вот в такой вот была. Ну, мы сейчас немножко передохнем, заберем детей из школы и поедем дальше. Сегодня у нас художку Ксюши, там понедельник, день насыщенный, поедем дальше заниматься. Ну что, пока у нас есть время, мы пришли погулять в парк и на детскую площадку. Здесь такой отделенный, интересный парк с множеством дорожек, и дальше за ним площадка большая детская, куда мы сейчас и пойдем. Огромнейший кактус. Ну что, вот и наступил наконец-таки вечер. Все дела сделаны, домашние задания сделаны, а дети собраны. В общем, не знаю, пока, конечно, очень насыщенные дни. Прям вообще давно такого не было. На самом деле, за лето очень сильно расслабляешься, и прям так потом ходить в график, конечно, немножко сложновато. Вот, но ничего, думаю, прорвемся. Просто хочется немножко побыстрее к нему привыкнуть, чтобы уже понимать. А пока я все не могу привыкнуть, что по утрам надо сразу же идти на курсы, и что надо сразу же заниматься, и, в общем, после занятий еще кучу дел успеть переделать. И как-то так, в общем, я, конечно, не жалуюсь, но пока сложновато на самом деле. Ну, думаю, ничего, еще, ну, наверное, недельку, может быть, следующую, наверное. И нормально, должны будем точно найти, войти в режим. Вот, ну, так все. Буду я прощаться. Завтра будет у нас новый день, новые занятия. Нас ожидаются праздники на этой неделе, поэтому будет небольшой перерыв. Ну, в общем, ладно, я не хочу затягивать это видео. Хочу уже попрощаться и идти отдыхать. Потому что хоть и не поздно, но устаешь. И мы сейчас с нашим таким режимом мы стали раньше ложиться и чуть-чуть раньше вставать, чтобы все успеть. Вот. Так что всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, поддерживать это видео лайком. И всем пока. Увидимся в следующем видео.